Вы смотрите программу «Гардероб», и сегодня мы в гостях у творческого человека, у которого дома царит не менее творческая атмосфера. Певец и дизайнер Сергей Ашихмин. Сереж, привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, про свой повседневный стиль, про какие-то основополагающие вещи в своем гардеробе. Каждый день я люблю одеваться, чтобы было комфортно. Раньше я одевал джинсы, сейчас даже джинсы тяжело мне даются. Я люблю более свободные, какие-то модные спортивные штаны, которые комфортно сидят, или какие-то накидки, вот типа таких, вот таких накидочек. Чтобы было комфортно, тут, заметьте, даже нет ни молнии, ничего, просто укутался. Вижу, что у тебя идентичная модель кофты в различных цветах. Расскажи, пожалуйста, что это за бренд? Это мой бренд Ашихмин Дизайн. Это называется мантия. Она носится комфортно, она без молнии, без пуговиц, без всего. Самое главное, чтобы в ней было уютно, комфортно. Вот могу продемонстрировать. Очень классный цвет. Цвет и самое главное качество. Она очень уютная. На каждый день сел в машину, укутался, и тебе ничего не мешает. Твой повседневный стиль и стиль, который ты одеваешь на сцене, они отличаются? Они отличаются тем, что когда я на сцене и когда я на съемках, на мероприятиях, там более классический стиль. Это или пальто, или пиджаки, туфли, ботинки какие-то модные. А когда я хожу в повседневной жизни, я использую более спортивные. Но этот спорт, он такой с кожаными вставками. Вот я могу вам показать, это джоггеры. Вот сейчас это называется джоггеры. Это такие модные спортивные штаны. Такой спортивный шик. Я вижу, что еще кроме спортивных красивых штанов у тебя еще есть джинсы. Расскажи, пожалуйста, нам про них. Я не ношу синие джинсы, классические. В основном у меня весь гардероб джинсы Бальман. Я, в принципе, могу показать. Бальман синие, немного рваные. Бальман серые, не рваные. Но тоже, видите, они все в одной стилистике. Это байкерские, как бы они называются, байкер. Ну и, конечно же, летний вариант. Белые с черными. Нарядные. На самом деле, я сейчас сам удивляюсь, то, что у меня весь гардероб джинсы одного бренда. Вообще нравится стиль милитари. Свой бренд одежды я стараюсь делать именно в этом стиле. Что вот ты любишь одевать наверх? 3 года назад я ходил в футболках, которые были в облипку, такие обтягивающие, коротенькие. Сейчас я не могу, потому что они меня сковывают. Мне некомфортно. И сейчас у меня весь гардероб футболок, которые длинные, которые чуть ли не по колено, в которых комфортно. И вот они как раз подходят под этот повседневный стиль. Покажи что-нибудь. Это вот футболочка моего бренда. Она в 5 цветах. Там есть и хаки, и белый. Эту футболку я купил в Заре. И эту футболку я купил, и я ни разу ее не одевал. Она так висит, потому что вот она как раз тот вариант, когда она вся в облипку, полностью сковывает твои движения, и она короткая. Эту футболочку я купил в Доминикане. У нее огромные длинные рукава, чуть ли не по локоть. Кроме свободных, комфортных, удобных тебе футболок, все-таки есть рубашки. Очень трудно найти рубашку, которая бы мне нравилась. Я люблю, чтобы она сидела по фигуре, чтобы у нее какие-то были фишечки, может быть. Вот рубашка цвета хаки, я одевал ее всего 1 раз на отдыхе в Доминикане. Я не ношу синие джинсы, и больше ни подо что она не подходит. Такая морская хаки. Летняя. Да. Летом, следующим летом я, возможно, ее одену. Вот хорошая рубашка. Это Зара. Я забегаю быстро, выбираю 5 рубашек белых, одеваю и выбираю 1 или 2, которые подходят, и потом ношу только 1. Классика. Еще я люблю черные рубашки. Моя любимая рубашка, она на даче, ее здесь нет, но здесь вторая моя любимая рубашка есть черная. Где-то я, может быть, даже я у кого-то ее одолжил и не отдал. Возможно. Наверное. Просто она мне так понравилась. Передаем привет, если кто-то узнал свою рубашку. Если кто-то узнал свою рубашку, ребята, она у меня в гардеробе. Ну, в принципе, я ее 20 раз уже носил, поэтому могу вернуть назад. Может быть, все-таки есть здесь что-то, что ты надеваешь на сцену? Я могу вам показать сразу полный комплект, в чем я выхожу на сцену. Это мои джинсы. Они, это секрет, они сейчас будут перевернуты, и они там будут звездные. Так. Вот, это мои джинсы.
Было цепочек больше, я подумал, что это too much, и оторвал. Оставил поменьше, и майка такая длинная, она будет вот так как раз смотреться. Или вот та футболка, которая под ней, она с большим вырезом. И потом сверху идет вот этот кожаный пиджак с кожаными рукавами. Да, круто смотрится, очень эффектно, стильно. На самом деле у меня все вещи раньше были черные. Это сейчас я более-менее разбавил зеленые, коричневые какие-то тона. Обычно у меня весь гардероб черный. У меня есть еще один костюм, который по заказу сшит. Вот это милитари костюм. Я в нем выступал всего два раза, так как потом я похудел. Под низ я могу одеть футболку или рубашку, без разницы, это не важно. А какую обувь ты вот предпочтешь? Вот вроде черная футболка и вот эти черные кроссовочки. Они с золотыми кнопками, поэтому хорошо сочетаются с коричневым. Носишь ли ты пиджаки? Пиджаков у меня много. С чем носишь? С черными штанами. У меня всегда вот это моя, мой стиль. Черные штаны, они могут быть рваные, могут быть с молниями, могут быть просто черные, могут быть с кожаными вставками. И сверху идет пиджак под футболку или под рубашку. С большими отворотами вот с такими пиджак. Тоже стильно очень смотрится. И когда он застегивается, да, он получается тоже вот так. Да, класс. Милитари. Такой немного китайский стиль. Сереж, давай теперь перейдем к обуви. Вот что ты предпочитаешь больше всего? Может быть, это кеды или какие-то ботинки? В чем ходишь в повседневной жизни, опять же, и в чем выступаешь на сцене? Это правильный вопрос. Потому что, когда ты выходишь на сцену, если я не в комфортной обуви, то я себя некомфортно чувствую на сцене. Когда ты уверенно стоишь на сцене, когда хорошая обувь, тогда и твое тело хорошо себя чувствует. К этому костюму вот есть такие мои любимые кроссовки. У них нереально удобная подошва, мягкая, и замочек блестящий подходит под цепочки. Еще есть вот такие ботинки. В них тоже комфортно, но менее комфортно. Все же я люблю, чтобы подошва была мягкая. Сереж, ну, может быть, бывают все-таки какие-то случаи, на которые приходится надевать эту самую неудобную обувь? Когда идешь на день рождения, одеваешь брюки, и брюки уже с кроссовками не смотрятся, поэтому ты одеваешь туфли. Что ты предпочитаешь из аксессуаров? Я фанат кепок. Это кепка моего бренда. Это мой логотип. Если вы заметили, в звезде буква А. Здесь надпись «Ашихмин». Еще у меня есть такой кейс для кепок. Я его купил в Дубае. И сразу купил туда 5 кепок. Хотите, я вам скажу разницу? Хорошие кепки. Хочу. У меня все хорошие, поэтому плохой нету. Вот кепка, она носится, она должна просто сверху. Да. Это же кепка. Да. Вот. Эта кепка сейчас вас украшает. Сереж, спасибо тебе огромное за то, что позвал нас к себе в гости, показал свой гардероб, так подробно про него рассказал. А есть ли у тебя какие-то пожелания для наших зрителей? Я хочу сказать, чтобы люди одевались так, как им нравится. Это ведь и есть ваш вкус, ваш стиль. Если у вас с этим проблемы и вы хотите выглядеть круто и стильно, канал World Fashion вам поможет. Мы были в гостях у Сергея Ашихмина. До встречи в следующей программе.